От тебя веет силой. У меня есть еще один контракт для тебя, боец. Надеюсь, ты не ударишь лицом в грязь. Это поручение от Бьен Амелион из поселения у воды. Ей нужно достать что-то из ее фамильной гробницы. Постарайся не провалить это дело. Ты найдешь ее в поселении у воды. Оно отмечено на твоей карте. За некоторую сумму Ганредель может обучить тебя акробатике, хотя ей больше нравится дрессировать собак. Двигай в этот поселок, боец. Похоже, проныра.
Салют! Искренне приветствую тебя. Да сопутствует тебе благословение. Как дела? Приветствую. Что? Хорошие новости. Скватча, последние Дейдра были изгнаны оттуда. Ох. Надеюсь, я смогу помочь. Райтли Тандас опять вернулся в город. Интересно, где он пропадал? Удачного тебе дня! Носились ли новости из других провинций? Говорят, синдикаты волшебников наложили вето на торговлю имперскими товарами. В землях альтмеров. Среди альтмеров есть могущественные маги. Ситуация может стать опасной. Добрый день. И тебе всего наилучшего. Салют! Спасибо, что закрыл врата Обливиона. Мы все воспряли духом, когда услышали эту новость. Говорят, что воры проникли в университет волшебства, в расположение имперского легиона и в храм, и все одной ночью. Береги себя. Как дела? Привет, Каджи. Приветствую. Извини, я был бы рад уделить больше времени беседе с тобой, но у меня бездна неотложных дел. Пожалуйста, кратко. Я не забуду твоего служения мне и Чейдинхолу. Спасение моего сына из врат Обливиона было настоящим подвигом. Теперь, когда врата Обливиона закрыты, я с радостью посылаю помощь Бруме. Прощай.
Нам нужно упаковывать вещи и возвращаться домой. Не теряй надежды, Алоис. Я уверена, мой отец что-нибудь придумает. Это твой отец втянул нас в эту авантюру. Я устал от того, что ты всегда защищаешь его. Не переживай так, дорогой. Как ты поживаешь? Ты, похоже, проныра. Неплохо. Добро пожаловать. Мы так обеспокоены из-за гоблинов, что можем оказаться не столь гостеприимными, как должны бы быть. Все шло хорошо. Мы разбили лагерь в Кропсфорде, и он казался нам прекрасным местом. Затем вдруг на нас напали гоблины. Слава Ифри, что там была Мириса. Если бы не она, гоблины наверняка убили бы нас всех. Это было мечтой моего отца. Начать новую жизнь там. Он потратил все сбережения, чтобы купить эту землю. А теперь, похоже, все рухнуло. Мой отец встретил ее в таверне, к югу отсюда, и нанял проводником. Слава богам, она спасла наши жизни и привела нас сюда после нападения гоблинов. Мой отец Бартель Гернанд. Я волнуюсь за него. Его сердце не выдержит, если мы не сможем построить Кропсфорд. Прощай. Говорят, за убийством императора стоит какой-то... Привет, друг мой. Я дам тебе совет. Если направляешься на север, опасайся гоблинов. Остерегайся их, если идешь на север. Мы наткнулись на боевые отряды гоблинов к северо-западу отсюда, когда начали строить новые поселения. Мы все еще пытаемся решить, что нам делать. Мы потратили все сбережения на покупку этой земли и припасов, так что вряд ли мы сможем вернуться назад. Скажи, ты сможешь помочь нам?
нам нужно изгнать гоблинов с нашей земли, чтобы мы могли начать строительство нового поселения. Значит, я не ошибся в тебе, друг. Тебе нужно поговорить с Мирисой насчет этих гоблинов. Она наш проводник и знает, что нужно сделать. Она проводник. Мы наняли ее, чтобы она провела нас в Кропсворт. Она спасла наши жизни, когда напали гоблины. Мы планируем назвать его Кропсворт. Моя дочь Калия, ее муж Алаис и я проделали долгий путь от Хайрока, чтобы начать здесь новую жизнь. У нас есть документ из графства. Все официально и по закону. Но теперь, я думаю, они знали, что эта земля является территорией гоблинов. Но кого волнует, что несколько поселенцев погибнут ни за что? Удачного тебе дня. Даже не говори. Ты можешь найти каменные грибы в пещерах. Говорят, они растут на том месте, где кто-то умер. Да, так говорят. Пока. Привет. Иди погрейся у нашего огня. Ты поможешь им очистить Кропсворт от гоблинов? Это отличная новость. Я провела разведку этой местности, когда мы встали тут лагерем. Похоже, что Кропсворт находится в самом центре войны гоблинов. Пещеры вокруг просто кишат гоблинами. Обычно они не отходят далеко от своего логова и не доставляют особых проблем. Но сейчас два племени воюют, и их отряды сошлись прямо в Кропсворде. Тебе нужно как-то прекратить эту войну. У гоблинов свои мотивы совершения поступков. Они кажутся бессмысленными нам, но за долгие годы я многое узнала о законах их поведения. Каждое племя хранит в своем логове голову, чью голову я не знаю. Это священный племенной тотем или что-то вроде того. Как бы то ни было, если ты хочешь разозлить племя, укради эту голову. Это обычно и делают соперничающие племена, просто чтобы доказать, что они сильнее. Я готова биться об заклад, что эта война между двумя племенами идет из-за украденной головы. Нет другой причины для столь продолжительной свары. Поэтому, чтобы прекратить эту войну, тебе нужно проникнуть в лесистый утес, найти украденный тотем и вернуть его гоблинам из надломленного дерева. Если, конечно, ты не хочешь пойти силовым путем. Ну, ты всегда можешь просто пробиться в пещеру надломленное дерево и убить их шамана. Каждое племя гоблинов возглавляет шаман, но обычно он прячется в глубине их логова, и его хорошо охраняют. Убей шамана, и в племени начнется разброд, что вполне вероятно приведет к окончанию войны. Два ближайших логова — это пещеры Лесистый утес и Надломленное дерево. Я отметила их на твоей карте. К несчастью, Кропсворт лежит как раз между ними. Удачи! И не стоит недооценивать гоблинов. Они значительно опаснее, чем кажется. Добро пожаловать. Пожалуйста, не стесняйся. Я слушаю. Салют!
как поживаешь? Приветствую. Потрясающе! Тебе удалось выкрасть эту голову прямо из-под носа гоблинов из пещеры Лесистый Утес? Ха! И эти гоблины теперь не будут знать, что и думать. Тебе больше ничего не нужно делать. Племя Надломленного Дерева перестанет атаковать пещеру Лесистый Утес, когда поймет, что головы там больше нет. Кстати, теперь, когда у тебя есть эта голова, ты можешь устроить с ее помощью какое-нибудь озорство. Ну, например, ты можешь отдать ее какому-нибудь другому племени гоблинов. Они будут хвастаться ею точно так же, как если бы завоевали ее в бою, и очень скоро племя Надломленного Дерева начнет войну против них. Правда, я не уверена, что поселенцы Кропсфорда будут рады, если ты развяжешь новую войну гоблинов. Пока. Дай мне знать, когда Кропсфорд будет очищен от гоблинов. Мы хотим вернуться туда и начать строить новый поселок. Тебе удалось разобраться с этими гнусными гоблинами? Это отличная новость, друг мой. Теперь мы можем вновь начать строить наше селение в Кропсфорде. Обязательно загляни к нам через месяц-другой. Мы будем счастливы тебя видеть. Алоис, Калия, он уничтожил гоблинов. Привет. В Кропсфорде. Привет. Ради нас. Как теперь дела? Мы сможем построить что там интересно? Поселение. Говорят, синдикаты волшебников наложили вето на торговлю имперскими товарами в землях Альтмеров. Похоже, остров Сомерсет стал значительно более опасным местом, чем раньше. Пока. Береги себя. Для меня радость говорить с тобой. Я даже не знаю, как мне благодарить тебя за помощь. Благодаря тебе мы начали новую жизнь. Прощай. Ты дал мне надежду, друг. Теперь я верю, что мы сможем сделать Кропсфорд нашим домом. Возвращайся через несколько недель. Ты удивишься, когда увидишь, чего нам удалось достичь. Береги себя. Yeah!